понимаешь, как я привит. Да. А ты потом лет через 20 будешь смотреть на это. 2021 год. День рождения мужа набирает креветки. Вместе со снегом. Вместе с ниткой на голове, как всегда. Эта нитка у меня даже на попе уже была. Со снегом. Мелкие половины что-то. Тут без бумажки, пожалуйста. Что-то еще песня там какая-то странная. Как будто привидение поющее. Обычно перекрестки всегда набирали. Ну что, всех что заберем? Ну всех забирай. А что это там муж? Знаю, что ты. Я думал, ты сейчас поможешь. Не, ну а что там? Я думал, ты по-мужски будешь набирать там. Жих, жих и все. Там нет, что ли? А, нет, больше. Это последние. Две, три штуки. Бери последние. Ну, я не знаю, сколько там. Килограмм, конечно. Ну, килограмм есть, конечно. Есть килограмм, думаешь? Я не знаю. Наверное, есть. Наверное, есть. Ну, ладно. Нам хватит этого? Ну, смотри, сколько. Бери. Конечно, хватит. Плюс ролл еще возьмем. А-а-а. Давай. Всем привет! С вами канал Art Mania. И смотрите, что это у нас такое здесь происходит, как вы думаете? Напишите в комментариях. Быстренько, 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 прямо внизу, внизу, внизу. Пишите, пишите, пишите. Ну, конечно, вы догадались по названию. У Жени день рождения. Наконец-то наступил день рождения. В этом году мы решили ничего, никакие салаты не готовить. Потому что, как правило, они остаются. Мы решили сделать по-другому. У нас первое блюдо это будет суши. Суши-роллы. Здесь Филадельфия и Калифорния. Вот за обе мы отдали 440 рублей. Какой-то даже... Ой, вот, по-моему, мега вкусно. Какой-то там этот... Какое-то кафе у нас открылось на вынос. Недавно попробуем от него, как вкусно или нет. Палочки нам дали, тут у нас цветочки. Соки купили, здоровое питание. Креветочки. Креветки, кстати, набирали в пятерочке. Что-то там около 400 рублей там было за килограмм или нет. И также у нас будет еще торт. Торт у нас тирамису. Я на него сделала отдельный обзор. Бесподобно, просто очень вкусно. Вот, и... Как бы соком, все это запьем, все это будет вкусненько, обалденно. Я думаю, что мы накушаемся. Вот. Именинник, ты где у меня там? Днем рождения тебя! Днем рождения тебя! Ну и, конечно же, как вы видите, мы только вдвоем. Как-то так пошло у нас с Женей изначально, что мы празднуем его день рождения всегда вдвоем. Ну и мое день рождения тоже вдвоем мы празднуем. Отдельно я праздную с родителями, отдельно с друзьями, если они есть. По-разному бывает. Вот. А Димочка у нас у бабушки остался. Соскучились там очень сильно. Вот. Короче, такой у нас стол. Поздравляйте Женю с днем рождения. Ему будет приятно. И креветочки прям горяченькие, горяченькие, горяченькие такие. Ну, кстати, из пятерочки, я смотрю, у них очень много вот этого вот черненького. У них как раз желудок находится, по-моему, в голове вот тут. Если икра еще не созрела, тоже в голове. А оставшаяся икра у них между ножками. Но креветки мы всегда покупали в перекрестке. В этом году нас туда не впустили. По ихним причинам. По причинам государства, вернее. И, конечно же, суши или роллы, я не знаю. В принципе, кстати, я смотрела по составу, если так разобраться, то у них внутри начинка у всех одинаковая. Сливочный сыр, огурец, либо что-то еще. Вот, там рис, да, и вот сверху красненько. Здесь уже красненькая рыба. Тоже сливочный сыр, прям его очень-очень его много. Вот. А у Жени еще вот здесь вот зеленая какашка есть. И вот этот вот. Надо чуть-чуть еще у него забрать там. А то я себе не стала класть зеленую какашку. Только он ее будет
Может, попробуем с вами? Да что ж такое? Никак. Всем привет. Я в бандаже, у меня спина болит очень сильно. Давайте попробуем. Ням-ням-ням-ням. Ну, такая. Кстати, она такая сладенькая, как будто немножко. Не сильно, как будто. Ну да. Не, она, кстати, очень сильно острая. Ну, как-то... Хотя нет, не совсем сильно. Ну, такая острая. Как-то, мне кажется, раньше она была очень сильно острая. Когда первый раз ее попробовала. Какая-то она... Как будто какая-то травяная зелень, перемолотая с чем-то острым. Какая-то она даже безвкусная такая. Не знаю, может быть, конечно, с чем-то она будет, в принципе, и довольно вкусная. Мне еще чуть-чуть. Да что ты, какой ты хитрый, а? У меня глаз алмаз. Давай чуть-чуть мне еще. Да не дрожи ты, а то больше прольешь-то, господи. Она тяжелая. Я лучше буду наливать в следующий раз. Она тяжелая. Все, я буду наливать. Ну ладно, оставь. Ну ладно, господи, вот ты меня мучаешь каждый раз. Я в следующий раз буду наливать. Нет, куда салфетка у тебя прилетит? Так, ну давай чокаться и кушать. Подожди, я со соком еще разговариваю. Сок еще. Начесался? Ну, давай. Начес навел? Так, у нас 2021 год. 2021 год. Мы празднуем Женькин день рождения. Угадайте, вот сколько ему лет? Давай, давай. Пишите в комментариях, сколько лет. Не надо. Фу. Как будто ты прям водку пьешь. Ой, с Нового года не пил. Ну, что-то сразу буду, да? Мартини с соком вкусно. Наш драгоценный именинник. Да? Что, тебе палочки дать? Не, я вилку буду. А что ты палочек? Я плохо не умею. Вот хорошие палочки. Я когда-то очень давно ела палочками. А потом один раз приехала к бабу Лиде в гости и забыла свои палочки взять. Пришлось есть вилку. А помнишь, мы хотели вспомнить, как день рождения праздновали на Ташкентке? Палочки. Мы? Не отрывные, кстати. Классные. Креветки у нас протухли за ночь. Я просто помню, что звонишь. Ну, в смысле, в куртке от них. Куртки? Куртки. Куртки. Тут никогда это у нас такое было. Да. Нашел, что вспоминать. Немножко жестковатые. Ну, кстати, 440 рублей не так дорого, да, Жень? Угу. Еще твой номер добавил, записывается. Так, дай, давай это еще раз зальем, что у меня там глоточек любовь. Давай пей. Я там... Ты мне сейчас опять споишь, как всегда. Да что я тебя спою-то? Давай-ка ты спой лучше. Так сколько тебе лет-то, Жень? 75? 44. Угу. 44. Да, выскреблен ветер. Когда мы с тобой на Ташкентской в 11 году праздновали, мне было 34. Ну, прошло 10. Хотя, подожди, что, ты уже больше времени прошло. Ты мне сердечко подарил большого, красное. Это первый год? Да, дома полезал, наверное, сидел. И красил, я помню, как его красил гуашью. Вся пачкалась вечно. А мне мама говорит, что ты ерундой там занимаешься? Так я мужу уже делаю. Тебе налью. И себе. Давай допивай, Бога ради. Ну так всегда. Ну что там? Вот всегда, Женька, такой. Расскажи пока анекдот. О, какой анекдот? Давай пей. Ну расскажи анекдот пока. Ну куда пошел-то? Высморкаюсь, пойду. Вот так у нас всю жизнь. Вот всю жизнь у нас вот так вот. 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 Глаз алмаз будет развивать. И то, что на пусть. Давай. Вот трусы я одел хорошо.
Тебе немножко больше. Блядь, девочка. У меня почти день рождения второго. Аккуратно. Ну давай. Стоп, ты зальешь мне туда? Так он там скачет. Еще? Ну куда тебе еще там сок один останется? Ну хорошо, надо вкуснее. Надо хоть вкус почувствуй, мартини-то. Опять что-то чокаемся? Ты меня споить решил, что ли? Давай. Ты, может, маньяк какой-нибудь, нет? Хороший мартини вкусный. Споишь меня там. А помнишь, как милиция пришла на день рождения моего? Кто пришла? Милиция. Милиция? Ну, музыку громко включили. А там милиция была? Там разве бабка? Здрасте, приехали. Бабка с милицией. А, про милицию я не помню. Это был, по-моему, 14-й год был. Причем мы ее уже эту музыку убавили, да? У нас чуть-чуть она уже тихо играла. Сначала она каблуком все стучала. Да, она вечно там что-то стучала. Вечно от нее проблем было куча. Я помню, как эта бабка поливала цветы, ой, помнишь? А у нас по стеклу текли, это вот вода текла от цветов, помнишь? Да. Мы такие помним, что мы сидим кушаем, ба, не поняли, дождь что ли у меня сейчас там. Он как в 6 утра один раз проснулась, начало 6 было. А у меня телевизор там орёт. А потом она ходит там на работу, собирается каблуками, цок-цок-цок-цок. Потом раз у нее что-то, металлический шар какой-то, помнишь? На пол так бум, упал и покатился. Вот так. Помнишь? Я помню. Каждое утро было одно. А ребенка ее все привозил. Дочь, что ли, там. Она там топала, бегала. Ну, давайте попробуем. Приветки с вами. Что там все? На Женьку смотрите, да. Тебе надо или выпил я? Че? Тебе надо или выпил? А ты уже съел, что ли? Да выкинь уж, чё уж, ладно. Ну ладно. Я буду собирать, что ли, всякий мусор. Достаточно там мне. Достаточно мне там подружка уже сегодня привезла кучу тканей. Разных, разнообразных тканей привезла. Я этого взяла, и теперь что, ты думаешь, я буду брать всякий мусор, что ли? Вытяни со стола. Ты там со стола типа вытираешь? Ну, типа да. Только камера повернулась ко мне, так сразу Женька начинает. Что, анекдот расскажешь? Нет. Какие анекдот? Как правильно есть? Не сардельки. Креветки. Там вот, кстати, раздвигаете, когда вот внизу, вернее, в них вот есть икра. Ну не урони его, ради бога, Жень. А как он открывается? Ну, обычно открывается. Я его не закрывала даже. Дай его за этот кой. Я его даже не открывала. Не закрывала. Ты себе отрежь, бумажечку отверни. Ой, тебя надо постоянно снимать. Ты что, оттуда уж, что ли, я не пойму, будешь есть? Нет, я не понял, ты что там свои бациллы не хочешь отложить? Чего? Какие бациллы? Какие бубу? Тарелку пачки не хочу. Какие бубу, Жень? Тарелку. Папа! Тарелку пачек не хочу. Ты сейчас так весь торт у меня слопаешь. Нет, это свою половинку. Ага. Половинка. Там нет твоей половинки. Там все мое. Все. Поделю. Какой поделю? Ну нифига он там половину, блин, съел. А где мне? Поделю. Так вот моя часть. Так, вот, я себе... поделю. Вот. Ладно. Не край больше. Бу-бу-бу, вот оно, бу-бу-бу, твое. Все, ем. Более вкусное, я его, наверное, съем. Вот это тоже твое. Съем. Вот и не больше этого. Интересный такой, главное, чуть-чуть отрезал себе, а потом, а? Все мое, батюшки.
Нифига. Я слежу за тобой. Сейчас вообще на тарелку положу. Будешь тут хулиганить. Так вот. Креветки. Где моя креветка-то? Что я потеряла? Вот это что ли? Нет, не моя. А вот это, наверное. Точно. Не помещаемся мы никак. Вдвоем. А вот так помещаемся. О, он изначально так сделался. Что ты смеешься там? Засранец. Бесстыжий. А вот вы потом спрашиваете, почему я его обзываю? А вот поэтому то, что он там мой торт съесть пытается. Чего ты там бубнишь? Вот это тебе знать меня. Ты там мой торт уже начинаешь покусывать. Нет? Женя, ну это мой там кусок. Я свой кусок съем, на твой не... Какой ты мой? Я вижу, там отрезанный был. Не покушайся на твой кусок. Угу. Конечно. За тобой перестань следить, и ты сразу слопаешь все, что там имеется. У вас алмаз. Ой, блёха. Ну вот, я буду каждый день потом свой торт есть, а ты будешь смотреть на меня. Мне не надо. Угу. Я буду посмотреть пить. Ммм, креветки вкусные. А тут тоже икра, кстати, есть. Женька варил. Фу, ну все, за я полежу, я все объелся. Ну что, фруктика нет никого? Может, мне хотя бы с виноградом попить? Нет. А я потом посмотрю. Иди ищи пока это. Так, это выпил? Но. Угу. Фу. Не помещается, а ты, не... а ты же уносил вроде. Что значит давно не успевал? Вот уже как пьяненький какой-то я спал. Угу. Как интересно живут алкоголики. Выпил и ну, полжизни пол прошло. Они нифига не пьянеют. Я считаю, что Новый год не пью. Да ладно, они пьянеют. А как у них драйв происходит? По пьяни. Да ладно. А как они пьют всякие фанфурики, вот раньше были. Продавались эти вот раньше штуки. Перцовка. Ну, перцовка, кстати, называлась фанфурика. Они там для головы продавались. Чтобы маски себе делать. А их алкоголики разводили вместе с водичкой напополам. И пили. Так вот. Вот так мы празднуем Женин день рождения. Из года в год он быстренько поел и убежал отлеживаться. И только хрюкает там. А Натюшка сидит одна ест потом. Он просто когда поел, не хочет полежать. Ну, что это вот привычка ваша. А так где дурачи стоит. Какие врачи полежать? Ты просто хулиган. Вот вам будет небольшой букмак. А потом пройдет лет 20. Молчи. Я выбирал. Чего? Торт? А ты с кем там болтаешь-то? Я говорю, я торт выбирал. Я выбирал, а не ты. Я его нашла. Ты вообще убежала, тебя стояла в перекрестке и ждала там, блин. А ты бегала по всему перекрестку. А я там уставшая после врача стояла. Ждала. Потом пошла тебя искать. Тебя нигде нет. Перекрестка вообще у меня первый раз была. Вот, смотрите, кстати, у креветки вот тут вот где оранжевая штучка, ее тоже можно кушать. Вот это вот на головке. Это вот несозревшая икра у нее. Откусывайте вот так половиночку. Все. Ты что, там музыку включил, что ли? Да, кстати, мы без музыки празднуем.
Так, за это время у нас села батарейка на той. Нет, не камере. Та батарейка села. Я за это время уже креветки поела. Чуть-чуть его наставила Диме. Чуть-чуть потом сама, чтобы поесть. И приступаем к тортику. Вот так он выглядит. Тирамису от бренда Медея. Вон он, вон там стоит. Вон там вот. Вот. Ой, господи. Вот он, да. Вот. И теперь я его буду есть наконец-то. Столько вкусняшек, но торт самый... Нет, ну все вкусное, все вкусное, ладно. И торт вкусный тоже. Кофейный. Я выбрала, нашла. Я сказала Медея? Нет, Мирель. Мирель. А я Медея сказала. Ты что там идешь? Так, я, значит, буду себе фильм показывать и рассказывать сюжет. И выберем. А вот. Ты сейф смотрел? Да. Так я думал, какое-нибудь новенькое. Нет, мелодрама. Нет, я давно смотрел. Ну, я с удовольствием пересмотрю. А ты... Комедия? Ну, мелодрама. Я комедии не люблю. Может быть веселенькая. Ну, можно веселенькая. Чего ты ставишь стакан? Все, ты больше не будешь пить? Нет, я буду пить, но только не из этого стакана. Я хочу поставить. Ты же какой-то избалованный, я оказывается. Я такого хочу, например. Это Димин. А, ну ладно. Чего ты стаканы менять стал? Ну, кушай, кушай. Посмотрите, сюжет прочитай. Ну, комедия, да, вот килограмм. Фантастик, может. Ну, ужасы я тебе не буду предлагать, я знаю, ты не любишь. Ужасы мне не надо. Вот и поэтому я и говорю. Что-нибудь предложу такое, чтобы нам обоим нравилось. Вот из такого буду пить. Мне такой больше нравится. Какой? Вот. А, это еще ладно. Ну что, кушаемся сейчас? Просто не разбей меня. Да это мне что оставил? Спасибо. На где? Тут. Ну ты что-то ела. Креветок не доела. Я торт Диме не еще доела. Оставил. А, ты Диме оставил. Мы потом вместе с ним покушаем еще. А то что же он будет есть, а я буду смотреть. Ну куда ты ушел-то? Ну лежать, что ешь, ну то болит, что сидит. Ну конечно. Ну табуретку. Поболтать вместе. Ну как обычно за столом сидят, болтают. А я что должна, с камерой болтать? Ну сиди на полу, раз тебе не нравится табуретка. Что там дальше будет? Если смогу, поснимаю. Если нет, значит нет. Ну, наверное, скорее всего, мы сейчас будем вот эти напитки допивать и пойдем смотреть кино. А потом, скорее всего, спать. Я таблетку от головы нашел, слава богу. Если завтра у нас с тобой не голова болеть, будет что выпить хотя бы. А, я думал, ты там выпить собрался таблетку. Нет, была. Я там взываю. Все. Пошла я туда, а то уже и тут батарея начинает садиться. Батюшки. Ну, сейчас уже скоро, сейчас я приду. Ладно. Вот переходим мы, я хочу так, сказать, ты давай, вот сюда. Я типа потом буду фильм показывать и рассказывать сюжет. Какой выберешь, такой посмотришь. А ты будешь включать, что фильм? Ты там что смотришь, что фильм? Я сейчас пока чуть-чуть послушаю из музыки. А, это музыка? Я думал, ты фильм смотришь. Нет, я не фильм смотрю. А как он называется, эта песня из этого фильма? Из фильма «Карнавал» песня. «Карнавал»? Да. Знакомая. Так как раз у тебя музыка играла, и вот эта вот атмосфера прям очень похожа под те 90-е. Стол такой вот темный, да, вот смотрите, у него тут стеночка такая же. Там такая, под допотопного цвета. Ну, короче, мы с ним переезжаем вот сюда вот, на кроватку, смотреть фильм. И допивать свои интересные напитки. Скажи прощальные слова. Скажи всем пока. Всем пока. Поздравляйте меня с днем рождения. Дальше продолжать пить. Завтра, когда будем болеть, мы с вами опять свяжемся. Ну, такие слова. Я думал, ты что-нибудь скажешь. Получше, поинтереснее. Просить совета, чем бы нам. Да, да, да.
Тебе просто заняться нечем, вот и все. Вот ты это говоришь. Всем пока-пока! А как сейчас? Сейчас как принято? Вот так вот сердечко, да, показывать? Кто бы такое придумал, интересно? Показывать такое сердечко.